привет студии футбольной лотереи 6 из 36. Встречайте, ведущие лотереи Виктория Панина и Илья Минин. Доброе утро! Здравствуйте! Друзья, чемпионат Европы по футболу остается самым главным футбольным событием этих дней. И сегодня у нас в гостях прославленный советский и российский футболист. Встречайте, мастер спорта Дмитрий Гратиленко! Здравствуйте, Дмитрий! Сейчас на футбольных полях Франции вовсю проходят четвертьфинальные матчи. И большой неожиданностью для всех стало успешное выступление сборной Исландии, в частности, их победа над англичанами. Дмитрий, по-вашему, что кроется за этим успехом? Ну, во-первых, хочу сказать о том, что это запредельная самоотдача. Это, естественно, без везения здесь никуда не деться. Ну и в-третьей, наверное, составляющей, это то, что все футболисты, которые играют в сборной Исландии, они не просто мальчики для битья, и не рыбаки, там, не банкиры, и как их еще там называли, я не знаю, китобои, да? Это все футболисты достаточно профессиональные, неплохого уровня, которые играют в неплохих клубах. Ну, естественно, великолепная физическая подготовка. Сборная России покинула чемпионат. Тем не менее, кого из игроков вы бы отметили? Игорь Акинфеев. Все. Точка. Миллионы болельщиков сейчас мечтают оказаться во Франции, чтобы своими глазами живьем на стадионе увидеть финальные матчи чемпионата Европы. Поверь, Вика, сделать это не так уж и просто, ведь многотысячные французские стадионы просто не в состоянии вместить всех желающих. Ну подожди, а вот если у тебя нет заветного билета на игру любимой команды, что делать? Для этого создали специальные фан-зоны. А теперь объясняй, что это такое. Я не просто объясню, еще и покажу. Все внимание на экран. В эти дни во Франции собрались тысячи любителей футбола из разных стран. Для тех, кто не попал на стадион, во многих городах страны организованы специальные фан-зоны. Здесь болельщики могут посмотреть трансляции матчей на большом экране, поболеть за сборную своей страны в дружной компании. В фан-зонах весело и в перерывах между играми чемпионата. До начала матча на сцене проходят увлекательные шоу-программы. Мастера показывают свое виртуозное владение футбольным мячом. Нашлось место и для компьютерных развлечений. В специальных павильонах у болельщиков есть возможность сыграть за свою любимую команду в виртуальный футбол. Но оживленнее всего на игровых площадках для активного отдыха. Здесь болельщики национальных европейских команд азартно сражаются в футбольный бильярд, настольный теннис и другие самые неожиданные игры. Любители футбола увезут из Франции не только яркие воспоминания. В фан-зонах расположены многочисленные магазины. Здесь можно найти сувениры с символикой Евро-2016 на любой вкус и кошелек. Но главное – это настроение настоящего футбольного праздника. Здесь можно встретить болельщиков в красочных нарядах, символизирующих страну, за которую они болеют. Атмосфера в фан-зонах дружественная и очень веселая. Люди из разных стран вместе смотрят футбол, развлекаются и поют песни. Ведь футбол призван объединять людей. Илья, мне кажется, я сейчас поймала настроение этих болельщиков. Спасибо тебе огромное за репортаж, ну а нам пора переходить к розыгрышу призов. Дмитрий, правила нашей лотереи очень простые. Если два и более номеров, зачеркнутых в вашем билете, совпадут с номерами, которые выпадут из лототрона, это значит, вы выиграли. Чем больше совпадений, тем крупнее ваш выигрыш. Но если... А что я выиграл? Денежные призы. А денежные? Но если в вашем билете совпадут все шесть зачеркнутых чисел, то вы выиграли и суперприз, и приз первой категории. Мы не зря говорим о билетах, потому что прямо сейчас мы собираемся вам подарить билеты сегодняшнего 44-го тиража футбольной лотереи. И желаем вам удачи. Илья, сколько денег мы сегодня разыгрываем? Итак, призовой фонд 44-го тиража футбольной лотереи составляет 8 410 550 рублей. Гарантированный суперприз сегодняшнего тиража – 3 миллиона рублей. Дмитрий, для того, чтобы начать игру, нам необходимо ввести мяч в игру. И по традиции мы предоставляем это право нашему гостю. Скажи честно, с Ильей мы уже попробовали это сделать. Нам так нравится, когда это делают профессионалы. Поэтому вот мяч, вот ворота, ждем. Могу один дубль справа и другой слева. Я уверена, это будет все равно очень красиво. Игра началась. Шар номер 4. Девять. Шар номер 9.
29. Шар номер 29. 32. Шар номер 32. 28. Розыгрыш 44-го тиража лотереи 6 из 36 завершен. В каждой программе мы знакомим зрителей с историей отечественного футбола, в которой немало победных страниц. И сегодня мы вспомним встречу сборных СССР и Бельгии в рамках группового этапа чемпионата мира 1970 года в Мексике. Дмитрий, вы же еще и профессиональный спортивный комментатор. Поможете нам сегодня? Безусловно. Ну, давайте. Внимание на экран. Сборная СССР тщательно готовилась к чемпионату мира в Мексике, что отразилось и на результатах. В этой встрече отличился Анатолий Бышевец, забивший дважды, а также два мяча забили в нашей сборной Кахи Асетиани и Виталий Хмельницкий. В конце матча бельгийский нападающий Лаурь Ламбер один мяч отыграл. Таким образом, наша сборная вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Мексике, обыграв бельгийцев со счетом 4-1. Ну, вы знаете, друзья, хочется верить в наш футбол и в наших участников. И прямо сейчас давайте узнаем результаты сегодняшнего тиража футбольной лотереи 6 из 36. Результаты розыгрыша сегодняшнего тиража вы видите на экране. А сейчас давайте узнаем, разыгран ли сегодня наш суперприз. Итак, 6 номеров из 6 сегодня не совпали ни у кого. И наш суперприз приходит в следующий тираж. И через неделю он составит 3 миллиона рублей. И мы поздравляем победителей! Дмитрий, ну а я вас прошу прямо сейчас расписаться на нашем мяче. Под ваши аплодисменты, друзья! А через неделю мы вспомним еще два победных матча из истории, из футбольной истории нашей сборной. Это матч СССР-ФРГ и Россия-Франция. Дмитрий, мы с удовольствием дарим вам билеты на следующий 45-й тираж нашей лотереи. Надеемся, что они окажутся счастливыми. Желаем вам удачи! Спасибо. Друзья, ну а вам напоминаю, что приобрести билеты в футбольной лотереи 6 из 36 вы можете на нашем сайте stoloto.ru, во всех отделениях Почты России и в лотерейных киосках вашего города. Кроме того, теперь билеты нашей лотереи доступны во всех магазинах. Связной. Впереди нас ждет 188-й тираж жилищной лотереи. Всего несколько рекламных минут, и мы обязательно вернемся в студию. Не переключайтесь. Мы рады вновь видеть вас в студии жилищной лотереи. И у нас в гостях певец Митя Фомин. Встречайте! Доброе утро, здравствуйте. Митя, и я сразу же вручаю вам билет сегодняшнего 188-го тиража жилищной лотереи, чтобы у вас была возможность выиграть призы. Я держите. Очень надеюсь, что я смогу выиграть квартиру. Да, давайте узнаем у Лии, что мы сегодня будем разыгрывать. Или... Сегодня в жилищной лотереи мы разыграем 8 квартир и множество денежных призов. Митя, мне нужна ваша рука для того, чтобы начать игру. Только с вашей рукой, Виктория. Безусловно. Итак, мы запускаем лототрон. 3, 2, 1, пуск! Итак, призовой фонд сегодняшнего тиража жилищной лотереи составляет 15 миллионов 266 тысяч 150 рублей. Гарантированный суперприз сегодняшнего тиража составляет 3 миллиона рублей. В первом туре мы разыграем 210 тысяч рублей. Если первый тур закончится на 5-м ходу, то победитель получает не только приз первого тура, но и суперприз! Митя, объясню вам правила первого тура. Необходимо раньше других зачеркнуть все 5 чисел любой горизонтальной строки. Итак, мы ждем первый шар первого тура. И это шар номер 46. 1. Шар номер 15. Шар номер 31. Внимание! Следующий ход пятый. А это значит, что прямо сейчас может быть разыгран наш суперприз, который составляет 3 миллиона рублей. Итак, мы ждем пятый шар. Это шар номер 72. Суперприз жилищной лотереи сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. Но ничего страшного, суперприз не разыгран, а розыгрыш первого тура продолжается.
24. Стоп-игра. В первом туре выиграли сразу 4 билета, приобретенные в Москве, Ставропольском крае и на нашем сайте stoloto.ru. Каждый из победителей выиграл 52 500 рублей. Я приветствую всех, кто сегодня обзавелся денежными призами. Я желаю, чтобы вы их потратили себе во благо, своим родственникам, на образование, на путешествия, на удовольствие. В конце концов, выходные дни проведите их с пользой, на природе, вдыхая свежий воздух и слушая хорошую музыку. А вот это здорово. Переходим во второй тур сегодняшнего тиража и приступаем к розыгрышу 8 квартир. Мы с Мити желаем вам удачи и запускаем лототрон. Напомню вам правила второго тура. Необходимо раньше других зачеркнуть 15 чисел верхней или нижней игровой карточки билета. 53. 84. 28. 32. 30. Шар номер 41. 23. 18. 6. Шар номер 54. 88. 56. 78. 70. Как дела? Уже лучше. Прекрасно. Шар номер 79. 47. 81. Шар номер 73. 3. Шар номер 9. 14. Шар номер 86. 50. 34. 48. Я напомню, это второй тур, и мы приступили к розыгрышу квартир. Шар номер 33. 66, 85, 90, 29. Шар номер 19. 62. Шар номер 12. Стоп-игра. Стоп-игра. Приз второго тура разыгран. На этот раз удача сопутствовала нашему участнику из республики Мари Эл. Ваш выигрыш – квартира. Вот только что на ваших глазах человек выиграл квартиру. Здорово? Это прекрасно. Мне приходят на ум строчки из моей же песни. У меня есть замечательная песня. День, когда я возвращаюсь домой. И вот я желаю выигравшему, чтобы он в ближайшие дни возвратился в свой новый дом, чтобы он был для него уютным гнездом и, может быть, даже пригодился для создания новой семьи, если семьи еще нет. А вот это здорово! Могли ли вы представить, что вас будет поздравлять лично Митя Фомин? Поздравляем вас! Я хочу спеть на новоселье, можно? Пригласите меня. Ладно, разрешайте, приглашайте. Переходим в третий тур сегодняшнего тиража и продолжаем розыгрыш квартир. Запускаем лототрон. В третьем туре выиграют билет, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами выпавших из лототрона шаров. 63. 49. 8. 17. Как дела? Знаете, уже лучше. Мне кажется, 30 у меня все-таки я не зачеркнул. Шар номер 57. Есть? Вот, отлично. Шар номер 7.
ждем следующий, ничего. Шар номер 38. Есть такой шар. Ура. 83. 39. 71. 25. 89. Шар номер 68. 27. Еще 7 квартир в розыгрыше. 58. Шар номер 80. 60. Шар номер 64. 65. Шар номер 76. Шар номер 59. Шар номер 82. 37. Стоп игра. Стоп игра. В третьем туре выиграли два билета, приобретенные в Ульяновской области. И на нашем сайте stoloto.ru каждый из победителей выиграл квартиру. Поздравляем! Сразу два новосела! Поздравляем вас от всей души! Переходим в четвертый тур сегодняшнего тиража и продолжаем розыгрыш квартир. Продолжаем розыгрыш квартиры, запускаем лототрон! Семьдесят четыре! Стоп игра! Стоп игра! В четвертом туре выиграл один билет, приобретенный в Орловской области. Ваш выигрыш – квартира! Поздравляем вас! Переходим в пятый тур сегодняшнего тиража, и нам осталось разыграть еще 4 квартиры. Еще 4 квартиры! Запускаем лототрон! 21! Стоп-игра! Стоп-игра! Что ж такое, опять стоп-игра? В пятом туре определились 3 победителя. Они приобрели свои счастливые билеты в Удмуртской республике, Республике Татарстан и Тульской области. Каждый из победителей выиграл квартиру! Поздравляем вас! Начинаем 6-й тур сегодняшнего тиража. Нам осталось разыграть еще одну квартиру. Может быть, вы ее сейчас и выиграете. Ну, хотелось бы верить. Шар номер 44! Стоп-игра! Стоп-игра! И у нас определился последний на сегодня обладатель квартиры. Он приобрел свой счастливый билет в Москве. Поздравляем вас! В Москве? Мне кажется, что Виктория, извините, пожалуйста. Так. Я с вами стоять не буду больше. А почему? Я буду вам не нравиться. Потому что у вас рука тяжелая. Если не повезло, я пойду к Илье. Ну, может быть, повезет вам выиграть... Следующее, в любви, например, да? А мы еще не закончили. Мы сейчас будем разыгрывать денежные призы сегодняшнего тиража. Размер выигрыша вы увидите внизу экрана. Запускаем лототрон. 16. Шар номер 77. 13. 69. Шар номер 42. 75. Шар номер 40. 36. 35. Шар номер 45. 43. 20. Шар номер 10. 67. Напомню, мы разыгрываем денежные призы сегодняшнего тиража. 11. Шар номер 51. 26. 5. Шар номер 4. Стоп-игра. Стоп-игра. Это был последний ход 188-го тиража жилищной лотереи. Поздравляем всех победителей. Митя, давайте прямо сейчас пройдем к лототрону и посмотрим, какие шары в нем сегодня остались. Вперед. С удовольствием. Итак. Остался шар номер 55. 55. Шар номер 22. 22.
Шар номер 52. 52. И шар номер 61. 61. Друзья, если этих номеров в вашем билете нет, это значит лишь одно. Вы выиграли! 188-й тираж жилищной лотереи завершен. Сегодня выиграло 57 310 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 15 245 639 рублей. И гарантированный суперприз следующего тиража составит 3 миллиона рублей. Я, Митя, вручаю вам с удовольствием билет следующего 189-го тиража жилищной лотереи. Виктория. Обращаю ваше внимание, что этот тираж праздничный, потому что посвящен он Дню семьи, любви и верности. И мне кажется, вот такой подарок будет отличным поводом порадовать своих близких, знакомых и друзей. И через неделю в 189-м тираже жилищной лотереи мы разыграем 7 таунхаусов и огромное количество денежных призов. Кроме того, игра будет идти до 87-го хода. Это значит, что ваши шансы на выигрыш и ваши будут больше, чем обычно. А чтобы еще больше увеличить свои шансы на выигрыш, приобретайте вот такие блоки, в которых сразу 3 билета 189-го тиража жилищной лотереи. В этом блоке вы найдете все 90 чисел. Верьте, друзья, в свою удачу и помните, у нас выигрывают! Ну а завершает программу Митя Фомин с песней «Следуй за солнцем». Отличных солнечных выходных вам, друзья! Увидимся ровно через неделю. Пока! До встречи! Мы сегодня будем летать. Большую птицу я приручу, а ты начинай меня обожать. Нам осталась вечность и день, может, просто пару секунд. Дай мне руку, не бойся сгореть. Звезда на небе, наш следующий пуск. Я буду сердцем, а ты давай напиши на нем пару.